Филиппу Киркорову нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все». Заменить короля эстрады согласился Никита Калагривый из «Слова пацана». Роль куклы, которую сыграла Анна Асти, отдали Клаве Коки. Но ради обоих пришлось переписать сценарий и менять роль. Как нам сообщил источник со съемочной площадки, Никиту Калагривого уговорили сыграть Людовика. Из-за внезапности и оперативности за сумму выше стандартного гонорара. Но Киркоров играл роль Петра Первого, и из-за этого команде пришлось экстренно переписывать сценарий, а монтажерам вырезать сцены. На съемки Калагривый приехал с коронной фразой за фильм «Стою», «Зритель мне все, и я все зрителю». Клава Кока была более сговорчива и согласилась сразу. Она заменит Асти в роли куклы Барби. Как рассказал нам собеседник, Кока всегда мечтала попробовать себя в кино, и это для нее шанс, чтобы оценить актерские возможности.